Альф, Адольф и Джек Красных по имени Джек. Ух ты, Адольф молодец. Уже не дается. Аль думает, что же такое беленькое, веселенькое такое. Что самое интересное, к Альфу не пристает. К Альфу не пристает. Вай, а что такое? Вай, против. Вай, за попу. Главное, что они не кусаются, а просто рычит. Все, он добился своего. Вот ты получай. Ты посмотри. Выше туда. А дольше. Все хорошо. Нормально. Нормально все. Кто защищается? Молодцы. Защитить честь семьи. Молодец. Попробуй ко мне подойти. А красивый, кстати, раз. Хорошенький. А сколько ему интересно? Ты защищаешь? Ты защищал? Сейчас Альф развернется и даст защищал, кое-что. Да? Давай. Как хочу. О, переключился на Альфа. Нет, видно, что-то не то. У Альфа какой-то взгляд такой, что он не решается. Лапкой. А вот он лапкой, вот лапкой. Такая сладкая конфета, скажи. Лапкой. Попался. Адольф, защищай. Честь семьи, защищай. Молодец. Давай. Ты маленький, но ты сильный. Ты можешь, конечно. О, молодец. Учись. Главное, чтобы хозяин не помогал. Рядом с тобой. Главное, чтобы хозяин не помогал. Пусть сам. Взрослый. Вот. Зубы есть? Молодец. Посмотрите, когда от него убегают. Все, завалил. Не защищаем. О! Что они делают? Да. Да, подошел. Альф защитил. Альф он защитил. Молодцы. Все, молодец какой. Показал. Молодец. Защиту. Все, уже не то его. Хороший, молодец. Не воспринимает всерьез. Скажи, ты ко мне пришел, да? Молодец. Ой, что это? Давай. Покажи зубы. Молодец. Адольф совсем по-другому себя ведет. Он успокоился. Понял, как вести себя с этой наглой собакой. Сейчас начнет его гонять. Они боятся. Зубы показывать будут. Главное, чтобы он его не сильно разозлил. Потом будет маленький собак давить. Не будет. Сыкопать начал. Вот. Щелкай. Лапками. Молодец.